В этом видео я расскажу о статистике выданных паспортов Антигуа и Барбуды в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Поговорим о том, представители каких стран чаще всего интересуются карибским гражданством и что дает паспорт Антигуа. В рейтинге Global Passport Power Rank 2017 паспорт Антигуа и Барбуды занимает 25 место и второе место среди карибских стран, которые реализуют программу гражданства за инвестиции. Он позволяет свободно въезжать на территорию более чем 124 стран мира. Антигуа и Барбуда являются бывшей британской колонией. Хотя государство и получило независимость в 1981 году, юридически все еще подчинено британской короне. Отсюда членство этой страны в британском Содружестве наций, соответственно, свободный въезд на территорию Великобритании, а также стран Шенгенской зоны. С 2013 года до 30 июня 2017 года правительство получило 1121 заявку на получение паспорта Антигуа и Барбуды. Подавляющее большинство, 771 заявитель, выбрали вариант пожертвования в Национальный фонд развития. 215 предпочли приобрести недвижимость, а 135 – инвестиции в бизнес. За это время выдано 2322 паспорта, в 2014 году 252, в 2015 – 655, а в 2016 – 1016. За первое полугодие 2017 года – 399. Представители каких стран чаще всего интересовались паспортом Антигуа и Барбуды в 2017 году? Больше всего заявок поступило от граждан Китая – 51%. Далее следует Бангладеш 7%, Сирия и Саудовская Аравия по 4%, Россия и Египет по 3%, Украина 2%. Есть в списке и представители стран с достаточно сильными паспортами – Франции и Канады. За время действия программы в экономику Антигуа и Барбуды удалось привлечь более 200 миллионов долларов. Паспорт Антигуа и Барбуды – это безвизовое передвижение по миру, защита активов. Обладатели карибского паспорта имеют право открыть счет в авторитетных банках Европы. Низкая налоговая нагрузка. На Антигуа и Барбуде отсутствует налог на мировой доход, прирост капитала и наследство. Возможность получить долгосрочную визу в США. Конфиденциальность процесса. Нет необходимости в постоянном проживании на островах. Вам предстоит проводить на Антигуа только 5 дней в течение первых 5 лет с момента получения статуса. Со стоимостью и детальными условиями оформления паспорта Антигуа и Барбуды вы можете ознакомиться в этом видео. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Все полезные ссылки вы можете найти в описании под видео. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях.